Можешь что-нибудь сказать? Привет, мама. Привет. Мы на гонках. Что так скрут? Мы на автогонках. Конечно, еще какие. Сейчас посмотрим. Да. Первый раз. Интересно. Стоп, что и как? Жаль, что эти. Пойду я его поищу. Не работает. Ну давай, может она что-нибудь нам предложит. На рыбалку доберем. Оно возможно в машине у меня. Да, я, наверное, в черной машине. Смотри, как хорошо держит. Встал, и все это, ветром его не колышет, ничего никуда. А у тебя нету? Нет, 10 минут дается на полтора круга всего вот этого. Напоминаю, вот они вот этот участок полет жука брынзолки. Я поняла. Заездом мы обязательно... Вот они добавили, 25 минут дали. Добавили? На какую категорию? Это R1 или как? R1. Что это обозначает? Ну, подготовленность машины. Экипажа. Как поехал? Там каменюка торчит. А с этой стороны? С этой поехал. Нам сейчас назад, да? Не, вот такой крутой парень проедет. Потянем? Спустимся. Все больше и больше видел. Видал? А, тут смотри, специальный столбик. Ё-моё, ты видал? Лебёдка. Они уже залебедили. Ближе к земле опускайте. Первая тяга. О, видал лебёдочка, смотри. Сейчас столбик вывернут. О, видал. Отлично. Отлично. Эй. Задний вылечит передний. Опа. Ну я сказал, если колесо не оторвает, это не то будет. О, супер! Браво! Браво! Хорош! Едрю на вож.
утра. Потом уже посетили. Что там будет? Да, там понижайка. А, так он еще через это. Ё-моё! Ох ты! Ты смотри! Четыре гуся полетело! А? А медленно когда? Спускайте, сейчас тоже. Да, не бросайте. Медленно так. На брюще. Если кто-то будет переходить трассу, не будет заходить сюда, то вы не это грачи, да? Они же когда бомбят. Три грады. Это же грачи. Опа, летал? Вот что значит машина с лебедкой, да? Юра, надо такую. С лебедкой. Ля! На мине! Сороковой экипаж, сороковой это город Ростов. Журавлёв Денис и Притекая Анастасия. Третий волтейс. Ты летал? Номер. Мы здесь попробуем здесь на старте познакомиться. Злючая. Пятый бортовой. Опа! Ну-ка давай, что там, шасси массиннее, там что-то. Все. Полос. А вот еще, смотри они. Это пять. Ёкарный бабай. Ты видал? С рогатки не собьешь. Дим, может, все-таки домой поедем? Помогай! Давай, давай! Напомню, друзья, о том, что везде идет подготовка выпуску мультфильмов. Согласись, не очень-то отличается. Второй дат, и другой не решаю. Левая руля! Полный вперед! О, сейчас его переехал. Видал, как работает ося? О! Видал? Опять! Ух ты! Отчаянный! Витал! Молодец! Витал! Нырнул! Сейчас вынырнет! Сел! Эльдорадо, отдых.ру. Заходите на этот сайт, регистрируйтесь, смотрите, записи точки. Молодцы, у них, смотри, подружный инструмент. Раз. Туда-сюда. На территории которого сложный спайк. Сразу бы на тот берег прицеплял, потому что... Ночные диски танцполы для всех походить. По будням организован просмотр фильмов для отдыхающих бесплатно. Забываемые пейзажи, базы отдыха Эльдорадо, экскурсии на квадроциклах, которые также представляет Эльдорадо. Все это здесь. Но это только маленькая столика. Слушай, это тут, а если балку перегородить, вычистить, можно озеро сделать? Ваши есть? Да. Внутрь, они в любой категории потратили. Нет, легкие пройдут. На трассе сделали так, чтобы... Она сейчас прокопает. Я так думаю, что это между заездами двух следующих экипажей. Ну, понятно. Почему? Потому что это нужно сначала...
и лежи, испытывай автомобильные культурные соты, а потом уже просто пить не дает. Ну, то есть, Шайтан машина. Ты видал, какой якорь они бросают? Раз. О, машина. Теперь там застряла. Не-не-не, я смотрю какой-то. Сейчас она проедет, я туда все дам. О, выехала. Это покажет класс, но эндуро — это класс, которому не нужна трасса. Но взамен. Да, пошел. Видал? Ну, это проверенная машина, да? Смотри, какая. Элиста, ну там дорог нет. А что могу сказать? Напоминаю по правилам дорожников. Автомобиль и самый главный, расторопный. Пилот никогда не уходит из автомобиля. Орёт, да? Помогает прокатить этот автомобиль. Пилот, да? Нет, движение поворота рулевого колеса для быстрого. Ну что там? Что там? Отлично. Смотри, лебедочка сзади. Экипаж Аксай и Кайфанды, так что Виталий Тойота Раннер. Где второй-то? А, вот он. Полноценный экипаж. Как в Аксае проходит там у Николя Аксай? О, сейчас он разребет. Видишь, какие шины? Как раз по бездорожью. Такие вот. Это будет расти. Примерно так. Заметьте, друзья мои. Пилот сидит. Поле. А, он сюда поедет. Вот так разве можно было? А не знаю, что это. Поехали.
зацепили. Первый такой, который у нас все-таки могут Газу! Молодец! Газу-то отказу! Смотри, вот это вот ерунда, видишь, вот это. Кусаются, как эти. Это можно. Один. Старт. О, старт, новый старт. Город Ростов. Город Ростов. На Тойоте, да? Анастасия. Ну смотри, лихо она его мнет. Чувак. Эй, там что-то Ух, как она задрожала, да? Итак, мы видим, то, что у нас экипаж 55 мужчин доставили, где Андрей Катман и Виталий стоит. Они обещали по штурму пройти, но я смотрю, что штурман уже разруливает ситуацию. Вот это вот. Победный. И смотри, штурмовик летит. Ага. Самолет. Ну да. Да, есть, все.
туда уходить. Друзья мои, помимо всего прочего, всего дня и ночи, я вам говорю, и ночи будет действовать, потому что молодец! Куда не уезжает, то есть команда мотивирует. Берлион! Да? Знай наши! А он еще один коптер. Ля, смотри, сколько коптеров. Раз, два. И вот там летал третий. Сейчас он идет к этой. Коптерюка прилетела. У кого есть дети? Отец, отцы, поднимаем руки. Вот тут уже деды остались. Отцы и деды. О, смотри, тут побольше носится. Друзья мои, все отцы, поздравляю с наступающим праздником. Все в отца, завтра! Буха! О, привет, отдыхаем дальше! Все в отца, брат. Продолжаем наблюдать за который 55. Все, вот это я была. Вот куда надо было изначально. Все, уже лебедишку там, да, по-моему, лебедишка работает. Не забывайте, друзья, о том, что вот сейчас лебедишка там лебедишка, да, штурман наверху стоит. Девушка, смотрите, какой парень. Вот там вот лебедишка. Ждали, ждали, что творят. Хорошая штука лебедка, да? Будь смелее, акробат. Ну да. Ля-ля-ля, она на пузо села. Да их три тут. Три лёта. Тут не трассы, они сейчас все видят и, соответственно, ставят вопрос о оперативном порядке. Ох, роет, смотри, какие гребики бросают. Первый экипаж с участником штурманом девушкой. Так что все девушки сейчас посмотрим, как там девушки. Женскую солидарность. Можно оплатить, когда она будет выходить из своего бандита, здорового, для того, чтобы... О, отец заглох. Муж у них сидел, да. Управлением, а она... Вторые заглохи. Женщина, как для работы. А, все, ты вот там? А, вторые вот те же. Да, вон вторые, вон он первый. Экипаж номер 40. Город Ростов. Ну, что он стоит? Лебедица на том стоит. А, он сейчас...
якорь. Видал, как я якоря? Ё-моё. Следующий экипаж готов к старту. Дима, Саша! Дима, Саша! Когда у вас старт? Старт будет? Потом, ну давай, снимай! За эту замечательную погоду. Они везучие, они первые едут. Погода, как вы шепчете. Налей, выпей и останься. Парке Патриот. Напомню о том, что интернет-адрес Эльдорадо есть. Эльдорадо.отдых.ру. На этом интернет-ресурсе вы можете узнать больше информации, посмотреть фото и видео комплекса услуг и, конечно же, позвонить администраторам и заказать. Нет, что-то не идет с якорем. На какой-то номер интересный. Ну и нет. Используют все возможности, которые представляют ваш отдых из Дара. Разматывай, ребятка. Разматывай. Разматывай. Также прогнозы продолжают поразить эту страну. Также 40-й бортовой номер, напомню. Так, сцепление 58-го. Засядка. За 40-й экипаж на старте. Все пошло. А где этот проехал уже, лазит, да? Ну, тот проехал, да, он же трасса. Тут. Не, он там вот был. Трассу освобождаем, зрители. Ну, он проехал. Большая просьба держаться все за... Второй, да, ты имеешь в виду? Первые вон стоят, съехали. А, первые вон они стоят, да? Да, съехали. Давай. Не заехали, да? А я сверху. Я приехал. Выехал! По грязюке, да? Готов 40-й экипаж, минута. 40-й бортовой номер. Так, выезжаем. Да, включай, включай. Входом мы забрали подключки. Это бортовой номер. Да. Откинь. Белогоров Юрий, Белогоров Алексей. И вот на этом нажал. Я думаю, подготовлен.
Заря подготовлена. Ну, выше. Нет, ты не держи ее. Вот, да? Да ничего страшного. Застряли уже. Для ямы прошли, все прошли. А там же тоже еще это. Для длинной машины не есть. Хорошо. Вот этим сейчас хорошо будет. Раздал? Да, это камера. Ну это же китайца мотор, елки-палки, что лошади не слышат. Слыша была, как Toyota шла, и как он идет, видишь? Это китайский автопром. А, Нива под капотом идет. Да. По-моему. На Все работает у вас? Гарнитурочка работает? То есть, когда он выбегает из машины, запах горелой резины пошел. Сразу туда, жукли, да? Но, друзья мои, начинайте с малого. Приезжайте в парк Патриот. Смотрите, как все происходит. Говорите о том, что... Все. А, он не хватил. У тебя второй пошел уже все нормально. Приходите, приезжайте в парк Патриот, смотрите на великолепные покатушки, решаете о том, что вы тоже так же можете. Садитесь на свой внедорожник и записывайтесь на профи-рейды, которые будут проходить дальше здесь, на этой территории. Организаторы всегда готовы сделать китайская машина, что ты хочешь? Шоу здесь, на этой территории, которая специально сегодня подготовлена под профи-рейды. И все это благополучие здесь, в этот замечательный прекрасный. А вот эта вторая, это российская прошла, да? Денис, садись сам за руль, Денис! Да. По-моему, говорил. Ну, сядь ладно, сам, Денис! Она не вырулит. Будет не 10, а 11 стартовых минут. Я думаю, то, что Белогоров подъехал. Не накручивай! Сережечками подъехал. Так, чтобы помочь по-братски, ну и естественно, чтобы они съехали. Раз подъехал. Смотрим, наблюдаем, 10 минут у нас время для прохождения СУ первого, который здесь отрастил в классе ТР-1. ТР-1 проходит и буквально несколько сегодня экипажей стартануло. Четыре экипажа стартануло, самый первый, к сожалению, сошел с трассы. Но он еще и ось там вырвал. Так что трасса достаточно такая матерая. Где лебедка дотаскивали? На подвелике. О, подписи. Копает. О. И зад порвался. Это порвался зад-то? Или это уже передача такая? Ось порвала. Задок порвал. А, вон как раз якорь бросили. Сейчас будут якорь оттянуть.
Ну да, УАЗик оказался. Тут УАЗик он должен был обслуживать. Так, друзья, пока еще отойдите, потому что сейчас автомобиль будет эвакуировать. Идет сейчас же, а идет сюда, уходят! Вот он высокий. Тайник. Уходим все с этой зоны. Уходим, все удаляемся. Зрители с этой зоны эвакуации уходят. Сейчас будет соединиться, вытаскивается автомобиль. Ради вашей безопасности нужно всем удалиться. Потом вернетесь дальше просматривать. Места там на таксите тапками, чтобы вернуться. Кроме экипажа, кроме судника на трассе, сейчас он возвращается. Да, тут можно говорить. Главное, чтобы не попала. А потом как он домой поедет? Во, он его дернул смело. Бля, нас... Стоп! Там не вкопанные стопки. Тот вот такой, да? Аж вместе со стоп был. Не успел доехать. Здесь у нас ресурсы, залезы байков, там, 3 специальные.
Нам вот надо сюда. Попробовать часть и ударить пару рук. Давай туда. Пока нет такого слова. А, вот они, вот, вот. Все нормально, все погнали. Все погнали. 55-й продолжает. Стали раннер. Пускай вопрос. Отстали. Отстали. Он это сильно собрал, тоже. Да, полувосемь. Хорошо. Не-не-не, даже не пытайтесь строить, куда еще не нужно этого делать. Что хочет? Она была пожарная. О! Если перевернулся, не боба туда пошли. Кадры были бы хорошие. Да, это он не пристегнутый сидит. И это тоже сидит не пристегнутый. Бревно уберите-то ему. Следующий экипаж выезжает на старт. И следующий экипаж у нас. Какого хрена? Да. Ну тот-то должен видать. Давай, давай. А то перевернет я. С девчонкой. Помощница. Если помирать, так вдвоем, да? Самое, что они один, не второй, ты пристегнул. А что, приехал, да? Приехал, я вот там не могу. Там водитель приехал, не готов. Други и подруги, зрители, давайте по блокиру, на самом деле, все-таки попытка была. Ура! Девушек! Девушек штурмом! Девчонки аплодируют! Улюлюка! Зачи девчонки в 50. Она зато не едет уже как сам. Да, хватает все равно. Так, следующий экипаж готовится. Ну, вот так, это вперед, да? А назад? Ну, нормально. Назад домой. Это, задом поедем. Ну, потом держи. А вот это что там они делают? Это вообще потом стакалось. Конечно, у нас свежей водой. Это специально чуть-чуть. Чтобы они не дальше выливаться. Сначала водичку запускают. Потом на старт выезжают следующий экипаж. 45-й постановой. Зубачок, да? Столовая. Вот на деда настал. Только ты сильно не дергай руки. Да, и так плавненько.